Ну что ж, дорогие друзья, продолжим, пожалуй. То есть возьмем сейчас. Так, вот edit mode, вот это вот выделил. Стоим правильно на троечке, да, и тянем Е. Вот сюда. Прекрасно. А далее тут вход точки. Точка одна. Точка другая. Так, точка третья. Ну, тут мы потянем уже вот так потянем. Я понимаю, что это слишком маленькое расстояние, да? Так, и вот тут слишком грубо тогда получится. Вот тут. Но мы сейчас подберемся к капоту, и там важно, чтобы как можно меньше сначала было. Потом там мы можем увеличить с вами сколько угодно до бесконечности, если есть желание, да? Но в данном случае лучше все-таки не делать этого. Следовать вот шаг за шагом. Так, не-не-не-не-не. Тут оставим. Тут оставим. И теперь G. Да что ж такое-то? А, ну Е же, господи, при чем здесь G вообще? Так. И можем теперь вот эту точку тоже немножечко ее подвигать. Скажем так, вот так, на уровень вот этой, да? Мне кажется, я немножко перестарался. Возьмем вот этот. Сейчас подвинем его вот сюда, скажем так. И скажем еще раз Е, вот так будет наряднее. А эту точку подвинем именно вот сюда. Так, и ребро потянем вниз Е. Тоже двиганем и эту точечку двиганем. Так, хорошо. Медленно приближаемся к самому кошмарному для меня моменту. Это капот. Это, ребята, капот. Это капот. Скажем так, а не капот. Пока все нормально, пока мы сейчас Е, скажем, наверх потянем вот так. И тут тоже поработаем с точками. Надо будет еще подзагнуть это дело. С точками работаем. Не, давайте сначала мы ее загнем, да? Так вот. Видим, что нам необходимо просто это сделать. То есть мы выделим вот это и вот это. И загибаем. Вот тут, конечно, G нам пригодится. Это однозначно. Вот так. Наверное, будет правильно. Немножко не совпадает, как вы видите, да?
Значит, нам придется сделать еще одно ребро, чтобы с этим соединить его. Или наоборот его два раза тянуть. Ну нет, лучше мы Ctrl R сделаем. Ctrl R. Да. И потянем его. Вот так, соединяя вот с тем. Все, теперь отлично. Видите, что здесь у нас, в общем-то, вот эти вот прямые за прямые все. Тоже придется еще загибать. Тут вот. Но это уже попозже. Пока так. Угу. Давайте двигать теперь точки, что ли. Это были еще цветочки, да? Так. Не знаю. То ли сюда ее задвинуть. Гужу. Тут сложный будет момент. Не хотелось бы треугольника иметь. Ну ладно, пока мы с вами еще не очень боимся. Идем кверху. Сверху нет. Семерка это у нас, да? И попробуем сейчас вот это вот выдавить тоже. Раз. Я думаю, пока два будет достаточно. Или прямые сделать лучше. Сделаем пока прямые. Мы можем соединить их как-то. А потом рассмотреть возможность делать какие-то здесь движения. Мне больше волнует вот этот участок. Как же нам с тобой его разрулить? Правильно, без треугольников. Я боюсь, что не обойдется. Ну, вот этот, мне кажется, вот этот вот. Вот этот и этот необходимо соединить. И последнее. Нет, первое надо было. М первое. Вот. Так, соединили. А дальше? Дальше два треугольника, моя родная. Сейчас надо подумать. Надо подумать, не спешить. Так, вот тут я закруглил, видите? Вот эти вот надо еще подвинуть чуть-чуть. А некоторые просто выдвинуть, может быть. Ну, это будем смотреть тогда, когда уже у нас появится более-менее опля. Это что тут за носярик такой? С этой стороны, как кажется, все нормально, а с этой нехти. Ну да ладно, я разберусь сейчас с этим, да? И мы в следующем видео, конечно же, продолжим. Хотя вот тут я вижу, что грубовато, конечно, чуть-чуть сдвинуть сюда, вот так, чтобы было вот. Симпатично, наверное. Хотя вот эта пикалка, плюмпик, интересно. Ну ладно.
Все. Тормозим.